Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на команды для Майнкрафта Pocket Edition. Вот и вышел первый мод на версию 0.15.1. Но после установки этого мода в вашем игроке появляется вот такая кнопочка, при нажатии на которую скрывается вот такое довольно классное меню. Ну что ж, первая, конечно, кнопочка — это у нас команды, которым мы можем вводить команды, друзья. Это очистить инвентарь, здесь мы можем включить себе полет или выключить полет. Дальше мы можем перейти в режим креатива или в режим выживания, решать уже вам, но сейчас мы пришли в креатив, как видите, мы и вправду в креативе. Ну а давайте лучше сделаем выживание. Все отлично, теперь мы можем дать себе любую вещь с помощью ID, да, для этого вам придется знать ID предмета. Вот сейчас мы дали себе камень, но он стал почему-то невидимым. Так, минуточку, вот теперь он уже невидим, невидимый. Все хорошо. Дальше мы можем убить себя с помощью вот этой команды. Да, мы и вправду умерли. Если честно, этот мод напоминает этот мод или аддон Toolbox, друзья. Что-то такое есть. Можем дать себе кит. Но выскакивает какая-то ошибка, значит, это исправит. Можем изменить себе левел. Или можем поставить команду Seed Home. Дальше мы можем изменить время. Да, можем изменить погоду. Конечно, можем сделать, например, грозу или сделать очень сильный дождик. Или можем все это остановить. Да, появилось вот такое темное небо. И появилась гроза, друзья. Которая очень классно здесь в Майнкрафте реализована и очень классно выглядит. Я не знаю, что можно сказать. Это первый мод, поэтому судить строго его, конечно, не надо. Здесь можем узнать информацию о игроке. Да, все правильно. Жизнь у нас 20. И все, друзья, правильно здесь у нас показывается. Здесь можем узнать ченджлог, то есть что изменилось в этом моде, что добавили, что изменили, сколько было версий и многое-многое другое вы можете узнать именно здесь. К сожалению, русского языка здесь пока что нет. Ну, друзья, здесь мы можем узнать контакты, с кем нам можно связаться или кто автор этого мода. Ну вот, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.